Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня, ребята, мы продолжаем вместе с вами играть в игру «Атака на болоте». Ну что, ребята, давайте выберем сегодняшнюю нашу награду. Давайте возьмем вот этот ящичек. Ух ты, отлично! 800 монеток. Так, ну что, ребята, магазин. Так, интересно, какие же сегодня ждут нас опасности и приключения. Ну что, ребята, давайте возьмем боеприпасы на УЗИ. Так. Возьмем, ребята, боеприпасы на арбалет. И давайте посмотрим, что нам взять из взрывчаток. Так, возьмем молотова. Немного холодильничка поставим себе. Так, кислотный дождь у нас есть. Ну что, ребята, вперед! Итак, ребята, мы остановились на 14 уровне. Давайте посмотрим, что нас в нем ждет. Кстати, ребята, а вы уже играете в эту игру? Если да, ставьте лайк. Итак, эпизод 2 «Конец света». Ого, ребята, я представляю, сейчас, наверное, будет жесть. Так, у нас крысы и бобры. Стреляем, стреляем, стреляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау, бобры уже очень близко. Так, крыса нас мочит. Кто у нас следующий? Отлично, подарочек. Динамитик, давайте его бросим. Давайте бросим молотова. Так, и можно стрелять. Ой, пошли ежи. Ребята, может быть, там кислотный дождик послать. Так, есть. Быстрее, 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 быстрее. О нет, они уже близко. Давай-давай! Фух! Отстрелялись! Отлично! Ой! Большие мухи! Есть! Снова пошли бобры. Давайте бросим динамитик. Молотова. И будем атаковать. О, ребята, давайте попробуем арбалет. Тириф! Тирюф! Ух ты! Круто! Давай еще. Отлично! Неплохо. Так, у нас осталось 2 стрелы. Всего лишь. Давайте их используем. О, классно. Так. Крыса. Отлично. Молотова. Горите. Вот так вам. Так, ребята, по-моему, это последняя партия. Последний ежик. Отлично. Ура, ребята. Удалось пройти нам этот уровень. Замечательно. Так. Немного заработали мы монет. Ну что, идем снова в магазин, ребята. Ребята, а вам эта игра нравится? Если нравится, ставьте лайк. Ну что, давайте возьмем кислотный дождь. Так. Возьмем молотова. И возьмем динамит. Что у нас здесь с обороной, ребята? Так, дерево у нас установлено, кузен Рой. Баррикады есть, пики, металл. Так, что у нас с оружием? Давайте, ребята, возьмем еще боеприпасы на арбалет. На УЗИ добавим. Ну, я думаю, достаточно. Ну что, идем дальше. Итак, 15 уровень. О, нет, ребята, снова у нас будет НЛО. Сейчас мы останемся без оружия. Так, неопознанные летающие диски. Да, ребята, наверное, сложновато будет, но нам уже не привыкать, так что вперед. Ой. Мультиубийство, отлично. Ой. А, ребята, промахнулись. Так, рыбы, рыбы, снова рыбы. Как я их не люблю. Есть, отлично. Ежи пошли. Тарелка. Ух ты, холодильник. Он нам не помешает. Отлично. Давай, 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 давай.
Так, рыба. Хо-хо, мультиубийство. Так, тарелка. Динамит у нас, отлично. Еще тарелочка молотого. Замечательно. Так, давайте, ребята, бросим молотого. Так нам легче будет бить их. Ты еще молотого. Вот так вам. Вали. Ух, классно. Кто следующий? Так, давайте, ребята, поменяем оружие. Есть, рыбешка. А, одна еще осталась. Ох, кусючка. Так, и подпер еще один. Вот так тебе. Птышка, арбалет, ребята. Отлично, так, рыбешки. Ой, как они уже близко. Так, кислотный дождь. Давайте его используем. Что здесь? Арбалетик. Бобры. Ой-ой-ой, кусает рыба. Так, еще один молотого. Ну что, ребята, прошли? Да, прошли, отлично. Какие мы молодцы. Идем дальше. Так, что же будет дальше? Очень интересно, сейчас посмотрим. Ребята, давайте затариваться. А у нас, в принципе, ребята, всего достаточно, так как мы почти ничего не использовали. Так, у нас следующий уровень. 16-й. Ребята, вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь на нашем канале. Вы найдете много интересных для себя видео. Ого, ребята! Вот это атака! Вау, они стреляются! Кузен Рой, давай помогай нам! Так, ребята, что-то нужно бросать. Давайте кислотный дождь. Я думаю, он нас немножечко спасет. От болотных жителей. О, ребята, кусают! Они меня кусают! Так, рыбешка. Вот так тебе. Есть, отлично. Так, следующая партия. О, крокодилы! Ух ты, давно их не было. Давайте их поджарим немножечко. Ха-ха, круто! Горят все крокодилы. Вот так вам. Рыба. Кусючка рыба. Есть. И сейчас еще одну подстрелим. Давай, поближе к нам. Сейчас. Вот тебе. Ха-ха, есть. Так, снова крокодилы. Молотого вам. Тю-тю. Ого, смотрите, ребята, как у нас круто все получается. Так, Кузен Рой, спасибо тебе за помощь. Ух ты, аптечка. Неплохо. Давайте бросим динамит. О, классно. Так, снова рыбы. Ой, промахнулись. Ого, ребята, сколько их. Динамит. Ничего себе, ребята, с одного удара. Ты, что это за штука? Ребята, что-то мы разблокировали и взяли подарочек. Так, сейчас попробуем использовать эту штуку. Ну что, ребята, отлично, мы прошли и этот уровень. Круто, молодцы. Отличная работа. Ну что, ребята, а продолжение смотрите обязательно в следующих наших сериях. На сегодня у нас все. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!